بزنم تمام یکی چی میاد بزنه ریپورت کنیم بچا این لرسه خدایی ریپورتش کنیم من یه بار دیگه ریپورت Я объясняю данному инсгибитору о том, что он не только что проиграл $10, он говорит о том, что он не давал согласия. Вот смотрим. Ну вот, уроды, что идем на $10, я пишу, пошли. Все, как бы после этого я его добавляю в друзья. Он видел, пошли. А, это не вот, это русская мафия уже. Давай. Да, я с ним как бы пишу о том, что он мне втыкает о том, что у меня инвентаря нету. Показываю мой аккаунт, потом мне пишет, типа, да, давай еще сыграем. Пошел нахуй. Вот моя игра с ним. Наблюдаем. Как бы я могу даже развернуть. У меня пинг 145. 140 пинг. А, сижу еще семечки клюю, да. Дальше. Да, сижу семечки клюю. Вот он справа бежит, пушит. Что он? Что он пушил? Ну как бы тут он меня убил один раз. Это несколько раз он меня убил. Ну, пин дает о себе знать, как бы, я так могу сказать. Реально, пин дает о себе знать. Смотрим, что он. Он реально бомж, он пытался, я не знаю, что он сделать. А, я ему пишу, ты в деревне живешь, типа, с таким пингом, блядь, я... В натуре я играю, потому что он создавал, я проверял его несколько раз, в том, что он использует в команд. Точно залетел, потому что я присел. Вот так вот. Дальше смотрим. Реально, пули летят, меня пистолет не слушает вообще. Просто пистолет, одно попадание возьму, меня пистолет вообще не слушается. Да, пули, пистолет. Решил уже зажимать просто, чтобы как-то отыграть. У меня 19 хп, пинг 140, у него пинг 5, он создает 3 сервера, и он говно. Он рак. Он думал о том, что у меня нету звания, у меня мало часов на этом аккаунте, и он меня выявит, вот в чем дело. Не получилось. Смотрим.
сдохнуть, опять 15 кроме осталось. Один раз. Вода не один раз. Причем он такой не соревнователь, я же вот я думал. А поставил он обыкновенный. Шара. Пинг. Да, так и есть. То есть здесь другого варианта убить не может. Пять-шесть. А то есть нормальный счет. Все хорошо, пинг у него, кстати, вот только что был пятерочка. Я ему пишу, он же мне писал о том, что я... как он мне, блядь, написал? А, урод, вот. Он пишет, ему сложнее попасть с пингом в 5, прикиньте. Ему сложнее с пингом в 5 попасть. Пинг в 5, попасть в пинг в 150, ему сложнее. Вот, я ему пишу, у которого не 10 баксов, знаете его потом реакцию. Ну тут, блядь, пиздец, ну блок на расстоянии. Он сам создал вот эту всю хрень, то есть это не я создавал, это он создавал конкретно. Я к нему присоединился, то есть он мне пишет, типа, я готов теперь потом играть, когда уже увидел мой инвентарь. Здесь он тут, о, здесь он не играл, здесь он стоял АФК все время. Если бы он выиграл, если бы он выиграл. А вот. 10 раунд. Я ушел, не стрелял, номер. 10-5. Я победил. Все, я победил. Я победил. И что он делает дальше? Я покажу, я победил. Все, моя победа. И он запускает еще раз. Сколько тут появляется? Да, я получил его два раза, выиграл. Один, три, а, тут он выиграл меня. Было дело. Сейчас у меня опять обед. Вот он пинг, вот он пинг на блоке. Когда я отхожу, не притягивал. Вот он начинает писать 11-8. Он приближается ко мне. Да, блядь. Девять пишет. Вот, пишу, сейчас на мой сервер пойдем, сука. То есть он реально думал у меня не натянул. Вот 11-10. Пишет же. 11-10, так ведь? Все, да блять, что с пингом? И смотрим, что будет дальше. Наблюдайте. 12-11. Тупо. 12-11. 13-11. 33, 145. Лох. Ну какой счет? Ящиком 15-11. Тут еще все, братан, я выиграл. Вот последний раунд. Он бежит, меня пушит. Смотрите, что происходит.
получается 16. Все, у меня сервак лагает. Молодец, пишет. Все, у меня сервер, смотрите, сейчас будет вверху. Вот тут красная хернюшка. Все. Ну. А второй раз получается, я его раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, раз. Два, три. А, не, 6-7. А 6-7. Второй раз был. Второй раз был 6-7. Удаляем, друзья, его. А, кстати, я пока не буду его друзей удалять. Мне же надо на него ссылочку сохранить. Все, друзья, сейчас я видосик выложу. Всем бай-бай. А, надеюсь, вы ему напишите слова хорошие. И да, не забыл чекнуть его инвентарь. Забыл чекнуть. Что здесь? Видите, что-нибудь здесь на $10, то можно поменять. Даже этот калаш нельзя продавать, нельзя передавать. Понимаете, здесь $10 нет. Можно продать 9 вещей. Эти все вещи по рублю стоят. На что вот это вот создание, вот этот вот школьник, рассчитывал, я вообще понять не могу. Он либо отбитый, блядь, либо хуё знает. Это говно просто. Все, друзья, сейчас видосик выкладываю. Всем пока. Лайки, дизлайки, пишите комментарии. Будем разбираться.